Здравствуйте, меня зовут Эра Ливанчук, и я живу в деревне. Сегодня суббота, приехал с утра Вадим, и я, ура-ура, поеду сегодня торговать и попробую снять для вас. Вот это поспели бавринские, зря их ругала я, хорошо поспевают. В общем, сейчас соберу, даже вот недозрелые соберу, ничего страшного. Так, где тут у меня, ну, в общем, эти, знаете, приморских много поспевает. Малиновый гигант одну съели. Вкусная, но вот эти вот возьму с собой, тоже соберу, попробую дорого продать, не получится дорого продать, будем сами кушать. Вот такой я приготовила тазик, мне кажется, что он большеват, но потому что я показываться вам не буду, потому что у меня внешний вид такой, знаете, который никому не нравится, потому что очень жарко. Так. Очень большая проблема, как одеться, когда жарко. Когда холодно-то... Ой, блин, наколола ногу. Ой, опилками, между прочим, это осторожно. Хоть я в тапочках, все равно попадаются опилки и... Хоть и когда жара, очень проблематично, потому что надо одеться так, чтобы не раздеться, а одеться, чтобы как-то не выглядеть плохо. Вот, когда холодно-то я нацепил все на себя, и нормально. Когда жарко, когда по огороду ходишь, нормально. А когда вот на камере сниматься, это уже, конечно, проблемы. Сейчас взвешивать не буду. Кстати говоря, по цвету вот похожи малиновые гиганты, бавринские. Ну, вот сколько я насобирала помидор. Вот. Не знаю, сколько здесь. Килограмма два. Может, 2,5. Может, побольше. Не знаю даже. Так, сразу скажу, не переживайте за моих детей. Они все накормлены. Помидорки едят. Кто хочет, ест. Кто не хочет, не ест. И какие-то вот мелочь какую-то я тоже оставляю. Вот. В принципе, собрала, сейчас не буду брать с собой. Хотя, в принципе, доложить на это, например, килограмма не будет, доложить маленькой помидоркой можно. Ну, ладно, возьму все. Это все, что, короче, я собрала сегодня. Может быть, сейчас следующий сбор, наверное, дня через 3 будет, потому что буренькие есть. Вот. Ну и смотрите дальше. Вот я гацанию там собираю. Сейчас возьму прям штатив, чтобы не отцеплять. Дикий виноград взяла с собой, вот вырос, который опять петуни начали у меня распускаться. Вот столько у меня огурцов, это поздние уже огурцы я посадила себе. Но это многовато, мне кажется. Вон там еще у меня прорастают, вот здесь еще. Вот видите, лезут потихонечку. Так что вот не знаю, брать, не брать. Эту работу я не возьму с собой. Представляете, у меня перетрум до сих пор не рассаженный. Но он многолетник, в принципе, ничего страшного. Что с огурцами-то делать? Брать, не брать с собой? Не знаю. Толку с них, что там продаж за копейки. А дома огурцы. Но они не нужны, столько огурцов. Это сильно много у меня. У меня же и растут еще. Наверное, возьму немножко. Ну все, я поехала. Уже 3 часа. Сейчас я вам покажу немножечко, что у меня тут в машине. И поедем. Видите, у меня тут, как всегда, попало все, видите? Весы у меня тут. Вот здесь лук. Укроп у меня здесь. Все пока так лежит в миске. Взяла с собой пакетики. Там или распасую, или не знаю, как будем, по что мы там будем. Наверное, в какие-нибудь мешочки. Ну ладно, с Богом. Поехали. Ух ты, какая-то дверь у меня не закрыта, показывает. Сейчас посмотрим, какая. Оказалось, моя собственная не закрыта. Сегодня жара, жара, жара. Так, знаете что? Потом... Ну вот, здесь уже поровнее дорога. Итак, сегодня жара, жара. Я оделась, конечно, по-легкому. Одела шорты. Несмотря на то, что мне уже родные и близкие говорят, мама, уже хватит. Все. И не только родные и близкие, кстати говоря, в Ютубе тоже говорят, что... Уже переигрываю я. Ну, возможно, уже, знаете, возраст такой. Уже, наверное, надо подлиннее юбки носить. А мне вот как удобно. А я уже привыкла на себя в зеркало. Смотрю, я уже привыкла. Мне кажется, что такого-то? Ну, наверное, со стороны виднее.
Вот, поэтому до пояса буду сегодня сниматься. Но жара жарой, но я взяла с собой сегодня носки, плащ хороший, взяла с собой платок, штаны. Короче, всю пикировку с собой взяла, мало ли что. Тем более, что-то я совсем запуталась на той стороне, вот где я сейчас торгую. То ли там солнце, то ли там день. Я забыла, честно говоря, вообще вот в это время, как раз после трех. Ну и ладно, ничего страшного, приду, вспомню. Так, взяла весы. Ну, сейчас, вот сейчас самое главное, бы никто не пришел для того, чтобы я выложила все и вам показала. Потому что, как я думаю, будет красивенько все. Так, про молоко хочу сказать, про козье молоко. Я его, конечно, с собой взяла, молоко. Буду продавать, наверное, тем, кто уже меня покупал молоко, кто меня знает. Незнакомым людям я продавать молоко не буду, скорее всего, так. Почему? Я вам объясню, когда у меня будет минутка, ну, может быть, даже к вечеру ближе, а может быть, не знаю, посмотрим, смотря, будет кто там сегодня у нас на торговле, нет. Если народ будет, значит, тогда у меня будет меньше времени, потому что там же поболтать охота. А когда, если народу не будет, сяду в машину, буду с вами болтать, мне лишь бы поболтать. Вот, я вам расскажу про молоко, почему я так решила. Хотя у меня вот 3 бутылки с собой молока. Как говорится, новое и старое, как мне женщина одна сказала. А, вы под видом нового продаете старое. Ну, извините, у меня вот 3 бутылки. Одна бутылка сегодняшняя, утренняя. Одна бутылка вечерняя, вчерашняя, старая как бы. И одна бутылка, половина того, половина того. Вот самое свежее получается. Куда еще свежее-то от одной козы? Еще и сегодняшнее утро, ну правда, в 3 часа оно уже охладилось нормально. Кстати говоря, надо, наверное, в морозилке охлаждать уже. Все советуют в морозилке охлаждать. Поэтому так, ну все, сложный перекресток, выключаю. Так, ну вот, уже начало 4-го, я выставила. Буду кричать, потому что не, очень шумно. Сегодня очень много машин едет за город. Молоко не поставила, я вам объяснила, что я потом попозже вам расскажу, почему. Просто поставила бутылку, кто знает, кто меня знает, тот... Ой, сейчас поправлю немножко на столе. Как-то на столе у меня не получается сегодня ловко поставить, но я подумаю. Вот прям не хватает этой таблички внизу, она какое-то завершающее придает вот это пятно бирюзовое. Кстати говоря, у меня штанишки сегодня краешек покажу, хотя не разрешают мне показывать ноги. Видите, у меня майка белая и бирюзовые штанишки. И как раз было бы в цвет это... И вывеска, и смотрите, и пробка для молока. Ну, вообще было бы хорошо. Ну, ладно, бог с ним. Вот это вот земляника Кимберли. У меня это совершенно точно Кимберли. Пока не удаляла желтые листочки, сейчас удалю, все будет красивенько. И ежевика по 300 рублей Кимберли. Уже как бы сезон немножко проходит, по 50 рублей буду продавать. Так, укроп и лук. Не знаю, почем. Девчонки вон тоже укроп и лук принесли. Ну, там у них поменьше пучочки, посмотрим, спрошу, почем у них продается. Так, ну, это молоко, как всегда, перепелиные яйца, тоже, как всегда, там 26 штук за 100 рублей. Вот томаты, кстати говоря, про томаты. Девчонок всех спросила. Говорю, в прошлом году мы первые томаты в начале июля продавали по 250 рублей. И покупали, редко, но покупали. По 200 покупали уже хорошо ранние помидоры. Не падайте. Пожалуйста, кто там в теплых краях живет, не в Сибири, пожалуйста, не падайте от таких цен. У нас такие цены, сами знаете, с 1 апреля высадить помидоры в теплице и все время ее греть. Я до сих пор лето по 2000 за свет плачу каждый месяц. Так что не надо вот так вот, не падайте, пожалуйста. Так, ну это красная смородина. У меня случайно Вадим поставил побольше, но я, наверное, вот оставлю Марине. У меня приятельница, она продает на трассе тоже, она меня возьмет для реализации. Ну, наверное, красную смородину, этот куст хороший, смотрите. Вот уже, смотрите, какой куст взрослый. Ну, и смородинка есть, конечно, на ней. Не так уж и много есть. Покраснеет, будет видно, что она красная. Да и так сразу видно, что она красная. Наверное, по 250 буду смородину продавать. Так, это у меня пересорт земляники по 20 рублей буду продавать. По 50 рублей лобелию. Петунию буду по 100 рублей, потому что там пол-литровые, вот они, которые уже большие, вон те дальше стоят, они уже наросли, которые я обрезала. Гацания, смотрите, зацвела гацания по 50 рублей.
Потом у меня есть одна мысль. Я сегодня попробую что-то, кое-что сделать здесь. Покажу вам. Ну, может быть, посоветуете вы тоже что-нибудь. Потому что гацани у меня много. Зацвела только рыжая. Она, наверное, самая скороспелая. Хотя вот смотрите. Вот уже какая-то другого цвета распускается. Видите? Она сейчас, кстати, закрываться уже будет. Видите, это другого цвета. Ну, ладно. Девичий виноград. По 100 рублей однозначно. Был по 50, который когда не прижился, сейчас прижился. По 100 рублей. Хоста будет. Хотя, конечно, поздновато. Эту я рассадила, уже ту всю продала. По 150 рублей хоста будет у меня. Вот этот почвопокровник пока по 50 рублей буду продавать. Потом, когда я ее обрежу и обрастет красивой шапочкой, буду продавать по 100 рублей. Аконит по 50 рублей. У меня его очень много. Мне его не жалко продать по 50 рублей. Ну и астильба. Со астильбой уже... Со стильбой, а стильба по 200, потому что она, смотрите, она у меня зимовала. Смотрите, какая стильба, она зимовала. Она будет здесь прекрасно цвести. Если сейчас не купят, купят позже цветущую. Буду продавать по 200, потому что, я еще раз повторяю, у нас магазин совсем рядышком. Там стильба по 350 рублей продается. Вот ветреница скоро зацветет. Если я смогу сегодня вам показать. Успею, не успею показать цветущую ветреницу. Так, ну это многолетняя астра, немножечко парей. Кто его купит, никто его не купит. Вот такой у меня сегодня столик. Вот покажу, пока девушки не видят, покажу ближайший столик. Смотрите, какие анютки. Ой, какие красивые. Прямо. Я сейчас попрошу, чтобы стол украшать. Тума, дашь мне на стол поставить для привлечения покупателей? Спасибо, спасибо. Сейчас поставлю на стол. Вот такой букетик мне Тома отдала. Это Тома и Тони у нас, две девушки. Тома и Тони. Вот такой мне дала букетик на прокат красивый. Вот. Так, не успела сказать. Я, знаете, что про томаты? Если томаты сегодня не купят, я вообще не расстроюсь. Во-первых, они бурые немножечко. Им еще есть время полежать. Во-вторых, завтра воскресенье. Завтра я пойду на свое привычное место с другой стороны, где едут с дачи люди и покупают продукты питания уже домой. Вот там для меня привычнее продавать, чем вот, например, вот этой всей рассадой. Правда, честно вам скажу. Там как-то меньше берешь, несколько там позиций и все. А это вот очень-очень много. Сегодня я много взяла вот таких многолеток, потому что я их хочу оставить на реализацию. Это как бы очень хороший выход из положения. Так что вот. Ну все, пожелайте мне удачи. Только приехала, быстренько бегом-бегом выставила все. И все, пошла продавать. Видите, я не доторговала. Пришла домой, потому что дождь прошел. Тут дела вовсю идут. Я пошла в теплицу, честно говоря. Они так орут, эти красавчики. Вообще, я решила... Сейчас я открою тебе. Я решила, я в прошлом году так делала. Утром комбикорм, вечером трава. Ничего не знаю, в течение дня трава. Вечером вот сейчас они поедят, и все, больше. Что-то на этого, на индюшонка. Вот сейчас они поедят, и больше ничего кормить не будем их. Потому что говорят, что вот индюки вырастают на одной траве. А они у нас вырастают на одном комбикорме что-то. Поэтому вот пусть они едят. Вот целую кучу. Так, у нас травы очень много. Даже не поверите. Вот такими горами везде. Вот это вот Вадим сейчас, не знаю, вот вдоль забора, где-то метра три серпом снял, и все. А дождь пошел. Представляете, завтра она вырастет опять на этом же самом месте. Ну вот, смотрите, все они у меня тут 9. Все вот два маленьких бегают. Вот маленький, который позже вывелся. Вот маленький. И кажется, где-то тут еще одну. Вот этот маленький еще. Вот этот вот. Ой. Вот так пальцем показываю. Все. Вот и ешьте. Вот так вот вам. Вообще, конечно, такие разные все по размеру. Вот этот вот такой, смотрите, такой здоровый. Ну, вообще просто здоровый. Если будет, конечно, индюк, нельзя на племя оставлять такого большого. Я уже поняла. Вот каждый год, каждый раз, представляете, с каждым каким-то действием приходит опыт. Вот такого большого индюка, конечно, если, может быть, много индюшек будет, тогда, может, да. Потому что, конечно, большой индюк, от него родятся тоже большие индюки. Это хорошо для мяса.
Но он затопчет. Как у меня была одна индюшка и один индюк, он ее затоптал, бедную вообще. Она задыхалась аж, как он ее, не знаю, каждый день. Так что давайте, кушайте. Мы пошли. А, за... ко мне едут покупать цыплят сейчас. Маленьких вот этих, которым 3 дня. Сейчас посмотрим, как они у меня их купят. Сколько купят штук, даже не знаю. А я уже, вы уже запутались, наверное, в моих брудерах, в моих этих клетках. Вот подрощенных мужа в сарай с ребятишками перенесли. Этот помыла и перенесла сюда 3-дневных. Вагончик. Здесь нормально, тепло. Вон я еще прикрыла немножечко акрилом. Так чуть-чуть прикрываю, когда ночи холодные. В общем, перенесла. Вот они еще на пеленочке, потому что я, честно говоря, боюсь на сетку их. Не знаю, сколько купят, но я, знаете, что вам хочу показать? Одного цыпленка, которого я обязательно оставлю себе. Вот он, посмотрите. Вот он, видите? Вот смотрите, я сейчас его увеличу. Вот он. Смотрите, какие у него глаза. О, я обязательно его оставлю. Ой, какой ласточка какая. Ой, смотрите, какой глаз, как будто накрашенные глазки. Ты мой сладкий, ты почему такой красивый родился-то, а? Ой, такой дурачочек. Ты дурачочек такой. Ну, покажи свои глазки. Ни за что тебя не продам. Ты почему такой красивый? Ну, кто ты? А? Ну, кто ты такой красивый-то? Ты почему такой, а? Ну-ка, давай, давай, будь курочкой. Давай, будь курочкой. Красивой курочкой будь. Ну что за красавица. Главное, один-единственный такой. Кстати, больше ни одного такого цыпленка нету. Ну вот, смотрите, сколько их много тут. 35 штук их, по-моему. 35 или 36, что-то так. ПК 5 я их кормлю. Сейчас вот купят, сколько останется, остальных буду уже ПК 2 кормить, потому что у меня сегодня лупятся перепелята, и буду ПК 5 кормить перепелят. Хотя, конечно, до недельного возраста желательно ПК 5. Ну ничего, нормально, ПК 2 тоже хороший комбикорм. Кто на тебя накакал? А, все, нет, сыпалось. Ой, сколько их много, смотрите. Ну, слава богу, сейчас купят сколько-нибудь. Посмотрим, сколько. Приехала я со своей неудачной торговли, потому что, еще раз повторюсь, начался дождь, гроза, ветер, там все начало ветки лететь. Все, в общем, я перепугалась и бегом собираться, и все. Всего час была, и 200 рублей все у меня в кармане. Но ничего страшного. Зато на улице не жарко, в теплице не жарко, и буду я подвязывать томаты. Так, немножечко. У меня в этом году томаты не заросли. Видите, как хорошо. Так, полью сейчас. Сейчас привяжу и полью. А то сейчас, скажете, свернулись, хотят воды. Так, вот у меня стоит здесь ведро с крапивой. Тухнет, воняет прям. Фу, как воняет. Ну, это хорошо, что воняет, сами знаете. Так, вот томаты какие-то уже подвязала. Вот так подвязываю сначала эту сторону, потом ту. За то время подвязать томаты есть. Так, те какие-то как попало подвязала, но не до конца. Вот видите, у меня в этом году я томаты здесь попозже высадила. Но ничего страшного, нормально все будет. Так, где у меня там бобина? Честно говоря, я сейчас вам ее, подождите, покажу. Вот я ее поставила, сейчас покажу вам поближе ее. Смотрите, вот эта вот бобина, я ее раздобыла для того, чтобы вязать коврики. Ну и не оказалось никаких веревок, и мне придется на нее привязывать помидоры. Ну ничего не сделаешь. Что теперь сделаешь? Ничего не сделаешь. Так, и надо теперь как-нибудь так, я же ленивая, мне надо как-нибудь так сделать, чтобы не все остальные веревки закончились, и мне придется сейчас вот ее. И надо как-нибудь так, чтобы не резать ничего, чтобы быстренько. Так, здесь у меня была другая веревка. Одну я привязала. Надо как-то сообразить теперь. У меня в каждом гнезде 2 помидора. Тоже загущено. Так что первое время, когда листьев будет много, будет сложновато. Так, сначала я перекидываю вот так вот по 2 перекину, потому что 2 корня. И мне побыстрее это будет. Вот, так вот, 2 корня. Сюда. Чеснок у меня по краю, видите? Я его весь положила. Мне потому что как чеснок, как урожай не нужен, мне он нужен, чтобы здесь не было белокрылки. Так, 2 перекинула. Вот сразу петелька такая, чтобы сразу 2 привязать. Вот, 1 сейчас привязываю. 1 покажу вам. А что показывать? Все, наверное, умеете помидоры подвязывать.
на какие-нибудь на бантики. Видите, они пока стоят, пока их не трогаешь. Как только тронул, все, начинает падать. Поэтому вот надо очень аккуратно. А если упадет томат, все, кривой ствол, начинают пасынки, не знаю, где лезть. Ой, неправильно привязала. Фу ты, ворона. Неправильно. Так. Неправильно. Сейчас объясню, почему неправильно. Вот. Смотрите. Через эту, может быть, вам не видно. А потом сюда надо еще продеть. Вот как. Вот как надо. Чтобы один шел туда ствол, другой туда. Все, я тут все продумала. У меня-то, в принципе, голова-то варит. Я-то могу придумать, чтобы быстро было, чтобы удобно. И вообще я всех заколебала, всех домашних, с этой эффективностью. Мне вот эффективно, хлебом не корми, только чтобы эффективно все было. Чтобы время зря не тратить, чтобы все быстро-быстро, чтобы все по дороге заодно. Вот поэтому я вот всех мучаю, все мучаются от меня. Я говорю, почему неэффективно? Ну, это касается работы, конечно. Это абсолютно не касается ничего другого, только работы. И вообще мне эта эффективность нужна для того, чтобы быстро все успеть, все быстро сделать, а потом отдыхать, наслаждаться. Вот сейчас вот, например, я не наслаждаюсь со своими внуками. Ой, как мне помогает Ефим. Ой, знаете, что вам расскажу, раз я же тут уже что-то делаю. Представляете, он вообще моет посуду. Вадима не было, он мыл посуду. Он вот и усыплял мне Мишку. Он, знаете, как его усыплял? Ой, кто не знает, да, Ефим его брат по отцу. Родной брат по отцу. Ему 10 лет. Ефиму 4-й год. 3 года и 5 месяцев, вот так. Вот. И вот он его усыплял позавчера, что ли. Я подхожу, посмотрела, как он его усыпляет. Они вот так вот обнялись, вот так вот крепко-крепко-крепко. И он ему песни поет и сказку рассказывает. Ой, вообще, я прям заплакала, я не могу. Вообще. Ну, честно говоря, вот почему-то у нас так не было, почему-то в детстве. Так не принято было. Мама, между прочим, вот когда мы тискали своих ребятишек, она говорила все время, говорит, ой, как жалко, что у нас вот не было такого, чтобы времени, говорит, не было вас потискать, посюсюкаться с вами. Вот. Она вот мне говорила такое. Конечно, я кое-где пасынки напропускала, но здесь не так страшно, как в той. В той теплице хуже картина насчет пасынков. А здесь как-то поприятнее, получше. Может, потому что они еще маленькие, еще не успели нарасти. Из-за этого. Ох ты! Ворона! Вот так вот надо делать. Стой, дел сразу. Сломала. Ну ладно, ничего. Вот этих томатов у меня, слава богу. У меня посажено вот по 4 куста каждого сорта. То есть 2 куста и 2 куста. Это 4 получается. И вот так вот рядочек. Хотя вот черно-коричневый кабан в самом начале, их там 8 кустов, потому что они мне очень нравятся. И, честно сказать, они не очень урожайные, черно-коричневый кабан. Ну, может быть, как вы сможете там, я не знаю. Но вообще-то, но они безумно вкусные. Я никогда от них не откажусь, они красивые, они такие элегантные, они такие, ну, достойные, не знаю, вот изысканные какие-то. Не знаю, как сказать прямо. Вот какие-то вот они такие, не просто тебе какие-нибудь помидорочки. Они прям вот элитные какие-то. Мне вот из-за этого они понравились сильно. Хотя вот неурожайные. Но в принципе, если уж так, не знаю, полушутка, полусерьез говорить, то, наверное, что-то хорошего, высокого качества и такого уровня не должно быть сильно много. Я так думаю, ну это я же так придумала, в оправдание. Это вот эти вот наши работяги, приморец, вот им надо много-много, чтобы было, вот пусть они и будут. А вот такие вот изысканные, их не должно быть много, мне кажется. Ну так уж я, это я шучу. Наверное, прямо, чтобы много и вкусно, ну не знаю, так бывает. Наверное, бывает, не знаю.
не знаю, что попало. Вот, сейчас с вами поговорить заодно. Ну, а раз уж я работаю, видите, как быстренько, чик-чик. Вот самый первый томат неудачный, потому что я не продела. Ну-ка, и сломал еще один томатик, тоже ничего, из пасынка вырастет, если ему суждено. Суждено вырастет, не суждено не вырастет. Все, этих томатов уже сколько много. Сразу скажу, что завтра пойду опять торговать. И вот я не знаю, как сделать. Сегодня выложить половинку. Наверное, выложу половинку. Выложу половинку, что неудачная торговля. И завтрашнюю половинку. Если пойду завтра, тоже ведь неизвестно, как погода будет. Нет, сегодня выложу, короче. Так что не расстраивайтесь. Не расстраивайтесь. Я, например, сегодня зато договорилась про горшки. Какие горшки купить, где недорого купить горшки большие. Так что вот у меня хороший, результативный была поездка. Так что вот все хорошо. Сейчас ко мне приедут, пойду я. Ну, все, я сделала одну сторону. Подвязала хорошо. Может быть, вам вот видно? Смотрите, прямо в линеечку. Видите, как? Вот молодец. И там тоже. Там получились короткие, вот только до перекладинки. А здесь у меня вот наверху, видите, тоже веревка протянута. Вот я подвязала вот так вот ровненько. Смотрите, ух, какая молодец. Так. Ну все, хорошего помаленьку. Вторую половинку буду подвязывать завтра, может быть. А может быть и сейчас. Но у меня, видите, написано, заряд аккумулятора маленький. Поэтому я... забыла сказать. Ко мне сейчас приехали, купили цыплят. Вот этих трехдневных цыплят. Я их продавала, хотела продать по 60 рублей, но написала в нашей группе в Раздольнинске, написала, что если всех заберете, продам по 50. А у меня их там было 35 штук. Приехала девушка, сказала, всех забираю. И я вот показала вам вот этого цыпленка с глазами, как подведенные глаза. Я поняла, что я с ним расстаться не могу. Я сказала, давайте, чтобы ему в компанию, ему не скучно было, я оставила себе 5 цыплят, а говорю, вы 30 тогда забираете. Вот она мне 1500 отдала. Так что неудачная торговля, но я считаю, что все удачно сегодня получилось. Я вот приехала, они приехали, купили. Я, получается, все хорошо у меня получилось все равно. И еще и томаты подвязала плюсом, бонусом. Вот так вот. Ну, а вы, кому понравилось мое видео сегодняшнее, всякое разное. Вот такая моя всякая разная жизнь. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Делитесь обязательно с друзьями. И пишите комментарии. И заходите почаще в гости. Пока-пока. Ну, что вы? Скучаете тут одни? Скучаете? Вот он, красавчик. Из-за тебя я оставила вас. Пятерых. Из-за тебя, чтобы тебе не скучно было. Красавчик мой. Или красавица. Ну, влюбилась в тебя. Спите, ладно. Извините, спите.